третьем периоде Роман Дмитриев счет сравнивает 12-12. А на последних минутах за счет бойцовского духа Дмитриев вырывает победу 18-15. Следующая схватка с Огненным Николовым Роман выигрывает с разницей в 9 баллов. В последней схватке с Джавади Романа Дмитриева, чтобы стать олимпийским чемпионом, устраивала и ничья. Но якутский борец стал заложником остро атакующего стиля, который он исповедовал. За несколько секунд до конца схватки при счете 6-6 Дмитриев проходит в ногу иранца, но Джавади из последних сил кидает Романа на обратный пояс. Казалось, что золото игр уже в кармане Джавади, но схватка с Дмитриевым так измотала его, что он проигрывает Огняну Николову 6-8. В итоге у Романа Дмитриева золотая медаль.